Всем привет, дорогие зрители и подписчики. Мы продолжаем прокачивать нашего Воргена мага. Итак, в прошлой серии мы не выполнили квестик один. Точнее, серии на стриме, по-моему, играли, да? Забыл, кстати, этот стрим добавить в плейлист за Воргена. Ну, позже сделаем это. Так, что у нас? О, у меня тут броня лежит, а я даже не знал. Которая лучше моей. О! Еще. Вай! Ёпрасоте! Приоделся даже. Я не могу это использовать. А, это кожа. Это кожа. Не носим мы кожу. Ладно, пошли выполнять задание. Что нам там надо? Спасено уцелевших горожан. Крокодилов надо убивать. Такие дела. Крокодилы, идите ко мне. Так. Ну, погнали. Так, у нас уже какой левел надо вспомнить? Сейчас добьем. Добьем этого моба. 11-й левел. К сожалению, из этой локации я без понятия, как выбраться. Прокачиваться я могу где угодно, в принципе, можно и здесь. Почему бы и нет? Тем более локация, в принципе, хорошая, красивая. А что там за дома стоят? Хочу сгонять, посмотреть. Что у нас тут? Гилнес разве? А, ну да, Гилнес, походу. Брошенный город. Люди либо погибли, либо превратились в воргенов, либо сбежали. Ай-яй-яй. Level up. Easy. 12. В общем, нужно быренько выполнять здесь все квестики. Скоро данжи, кстати, откроются. Но в данжи я пока не пойду, пока рейты не подниму до X100. Через одного неписеныша. NPC. Так. А, блин, еще одного. Левел апнулся, и я что-то решил, что квест выполнил. Да. Все, готово. Идем сдавать. Да, блин, не застревай. Место крушения дилижанса. За Гилнес. Застрявший в болоте. И снова ты спас множество людей или коней. Прими мою благодарность. Обманный трюк. Убейте 4 огров преступников и украдите знамя Корота из его логова.
Мало нам было отрекшись, а теперь еще и огры нападают на нас со всех сторон. Знаю я, кому они служат. Эти, ну, короту. Ну, сейчас убьем. Да, кстати, ну, на стриме видно было, что цепочка квестов здесь не очень нормально реализована в плане катсцен и так далее. Даже не показали, как этот самый корот дилижанс наш раздолбал. Вот, так что если кто-то хочет впервые поиграть за воргинов, понять их сюжет именно ради сюжета, то лучше на офе начинать. Там можно бесплатно, так сказать, до 20 левела прокачать воргина. Зато сюжет зацепите, если вам он интересен. Так, нужно убить. Ладно. Что-то встали они как-то вдвоем. Неудобно. О, элементаля дали. Надо его вызвать. В атаку чё стал? У меня нет цели. Элементальчик, элементальчик, красавчик. Погнали, за мной. Так, ну эти хоть не так уж близко друг к другу стоят. Давай, защищай меня. Что это? А, кольчуга. Неинтересно. Не догонишь. Не догонишь, говнюк. Так, где этот корот? Надеюсь, все, больше никого не надо. Только корота. Вон там, кстати, сидят. Лагерь какой-то. Может, там какие плюхи валяются. Из шмоток. О, корот. Я думаю, нам с ним драться лучше не стоит. Знамя корота. Бежим! Не догонишь. Сколько у него здоровья? Покажешь мне, сколько у тебя здоровья, а, корот? Кто посмел тронуть знамя корота? Ах ты жалкий воришка! Корот найдет тебя. Корот тебя, тебе морду расплющит. Ой. Корот меня не найдет. Я слишком маленький для него. Как муравей. За мой народ. Обманный трюк. Так, давай сюда опыт. Ты очень вовремя, друг. Идут отрекшиеся. О, корот бьет. Корот думал, вам что это отрекшиеся. Пройти, проклятая нежить. Во имя боевого знамени древнего рода Седогривов я изгоняю вас с земли моих предков. А, мы развели корота, типа подставили нежить, что это они украли знамя. Класс. Загилнес. Грозовой перевал. Поговори с Гвен Армстед в грозовом перевале. Водителям дилижанса было приказано направиться к грозовому перевалу. Разведчики доложили, что в этой рыбацкой деревне мы сможем отдохнуть и пополнить припасы. Ну окей, 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 окей.
Отдохнем, пополним припасы. Когда уже на Офе Гелнес снова откроют как город? Как думаете, никогда? Такой классный город стоит, простаивает, пустой. Так, торговки. Торговцы у меня есть. Открыто. Нет, не торговки. Расскажешь обо мне знакомым? Так. Надо мусор скинуть кому-нибудь. Вот. Тут все как на подбор. Нафиг. Все вот это вот. Да, можно все продавать. И сумки тоже. Хотя надо убедиться, что они все одинаковые. 8 ячеек. Вау. Так, открой мне все. Тут у нас по 6. И есть 8 ячеек. Где это она? Вот она. А ну-ка. Чего? Это можно делать с пустыми, ага. Бляха-муха. Не дадут заменить сумку, а? Вот засранцы. Все. Прекрасно, прекрасно. Так, распродали все. Давай говорить с Гвен. Ты с виду не поседа. Грозовой перевал. Надо заметить, что эвакуация пока проходит довольно успешно. Контроль над паразитами. Убейте 6 злобных ползунов в грозовом перевале. Будь начеку. А ты, Лорна Краули, чего там хочешь? Тени прошлого. Найдите 6 старых страниц с записями. Окей. Найдем. Вон они валяются. Раз. А где, кстати... А, вон паучки. Я не понял. Да, вас. Как это я сальтуху? Сначала нужно выбрать цель. Утворил, видали? С сальтона залепил плюху. Ну разве не круто? Кстати, с музыкой что там у меня? Со звуком 9%, что так мало стоит. Пусть хоть так будет. Повтор. Музыки надо поставить. Вот что я забыл. Нравится мне музыка в локации Воргенов. Вообще шикарная. Пам-пам-пам-парам. Мне нужна цель. Ну, нам придется пройти локацию Воргенов, чтобы получить навык, по-моему, превращения обратно в человека, да? Что-то такое припоминаю. Но этот навык, в принципе, не нужен сам по себе. И что там рыбак делает?
Давайте выучим рыбную ловлю. Будем рыбку ловить иногда. Что тебе угодно? Так, обучиться. Все, отлично. Удочку бы еще купить. Всего хорошего. Ну, удочку потом купим в этом, в Тельдрасиле. Как его? Ну да, Тельдрасил. О, могилы. Эх, бедные люди. Бедняжки. Только не в собаку. Ты что? Даже мастиф. Нельзя таких печек прекрасных убивать. Так, их там два сразу стоит. Мне это не нравится. Блин. О, сейчас может получится одного отдохнуть. Отличненько. Так, с этими закончили. Теперь надо подобрать бумажки. Да, чтоб тебя сагрился, засранец. Так, еще какую-нибудь бумажечку. И быренько сдаем. Ах ты, говнюк. Все, уходим. Отступай. Блин, сагрил. Все. Говори, Говен. Проходи мимо. А ну-ка, опыт мне на бочку. Про проблемы. Убейте Ригну в ее логове. Хорошего дня. Убьем, конечно. Куда мы денемся? Правильно, друзья? Быстрей. Так, удалось найти страницы? Нашел. Спасибо, Ликани. Это займет какое-то время, но я постараюсь разобраться, что к чему. Я, правда, не знаю, не помню, о чем ты. Не прочитал задание. Пум-пурум-пум-пум. Куда идем мы с Петрячком? Большой-большой секрет. Так, куда мы идем с Петрячком? Это вот сюда. Так, пока ничего не делай, не нападай. Да ё-моё. Всё, стоять всем. Так. Где гнездо этого паучары? Где-то там, наверное. Не наверху, а внизу. Но я все равно поверху пошел.
Ой, только не разбейся. Так, сюда спускаемся. Вот сюда. Изи. А вот и он. Ну, здрасте. Так. Ты ж не больно бьешься, надеюсь? Стоять. Все, готов. Не так страшен враг, как его малюют. Правильно, друзья? Теперь отсюда надо выйти. Ладно, на пролом. На пролом. Блин, зачем я по кругу обходил, если можно было просто прямой сюда выйти? Прямо из города. Что, 13-й левел? Это ты чё? Конюх, что ли? Наставник охотников, я понял. Я думал, лошадку можно здесь как-то выбить, получить. Расскажи о себе. Штонцики лучше моих. Это хорошо. Прощай. Прощай. Так, штонцики, где вы? Вот они. Интеллект, выносливость. О, отлично. Так. Лорна Краули. Черная Дубрава. Осмотрите мельницу Брэкшоу рядом с грозовым перевалом. Легко. Легко. Ща как осмотрю. Правильно же иду? Да, все правильно. Так все осмотрю, что мало не покажется. Вы же не забыли там лайкосик поставить, а, ребятки? И подписаться, если не подписаны. А то как так? Эльфиечка, Белариса, звездный ветер, жрица луны. Я ждала тебя, Ликани. Не надо бояться, меня зовут Белариса, а я жрица луны, ночная эльфийка. Тебе, наверное, не приходилось раньше встречаться с моим народом, хотя судьбы наших двух раз переплелись в тот момент, когда тебя укусил... Тебя коснулось проклятие. Вот так вот они будут мне помогать, эльфы. Чтобы я разум не потерял и мог превращаться в человечка. Темных разведчиков надо поубивать. Одного только. Эльфы крови, да? Разведают тут что-то. Эй, опачки, во, легкая добыча. Сильвана будет в восторге. Воспользуйтесь талантом. А, о, отлично. Мне дали специальный талантик, чтобы освободиться. Сильвана не будет довольна. Я отправлю Сильване твою голову, темная охотница. Жирная, блин, попалась. Да, блин, атакуй. Забыл про своего элементаля.
черт подери. Я не обращаю внимания, что он вообще не атакует. Еще думаю, почему так долго убиваю. Белриса. Держи. Что-то тебе там надо. А, ничего. Так, она дает мне шмоточку. Это хорошо. Так, где шмотка? О, отлично. Белая, правда. Некрасиво. Ну ладно, главное, чтобы функции свои выполняла правильно. Правильно. Что за задание? Поговорите с Дарием Краули в Талдарене, в самом сердце Черной Дубравы. Талдарен. Ну, пошли поговорим с Талдареном. Так, кстати, что мы можем зарабить? Пожрать можем зарабить. Отлично. Хавчик. А воду пока не можем делать, да? Не вижу, по крайней мере, навыка на воду. Талдарен. Эльфийское название. Видимо, эльфы жили здесь когда-то. На месте, где сейчас королевство Гилнес переживает свое падение. Талторен. Это древо, видимо, да? Это древо. Типа как Тельдрасил, только Талдорен. Ты кто такой? Продавец еды? Ясно. Лорд Дарри Краули. А вы Ворген? Ай-яй-яй. А почему никому не рассказали? Ну, я изобразил удивление. Мы все преодолеем. Талдарен, дом среди глуши. Ты уцелел, Ликаний, как долго я ждал нашей новой встречи. И как я рад приветствовать тебя как друга. Не слышал о твоих... Наслышан о твоих подвигах. Особенно мне хотелось бы поблагодарить тебя за помощь Лорне. Она все, что осталось у меня в этой жизни. Я немедленно пошлю за ней гонца. Так. Убейте 6 стенаний банши. Окей, убьем. Так, а тут что? Васанда, коготь бури. Эльфы готовят некий ритуал. Видимо, чтобы меня излечить. Приготовление. То, что ты знаешь, как проклятие, родилось в умах наших братьев-отступников. Обреченные проиграть в битве против демонических сил, друиды-волки нарушили баланс, который сами же клялись хранить, и позволили звериному началу взять верх над их сущностью. Все они были изгнаны в изумрудный сон, где им предстояло провести вечность в дреме под кроной почти такого же древа. Вот так вот. Принеси в Асанде 6 лунных листьев. Удачи, друзья. Короче, были когда-то еще друиды-волки, но их всех изгнали. Ай-яй-яй. Так, вот. Вот эту травушку нам нужно собирать. Какая красная здесь трава. Из-за чего, интересно? Но выглядит прикольно. Радует глаз. Ай-яй, красотень-то какая. Так, банши. Мы дохнем.
6 банши нужно. Ну, мы уже близко к завершению этой локации. Хотя нам еще, ну, не совсем близко, нам еще сюда ехать. Вот это задание будет, наверное, последним. Вернуться в Гилнес, что-то там сделать. Уже не помню что. Не дал ей кастануть. Хотела меня чем-то накрыть, засранка. Банши. Вот именно так и выглядела Сильвана, как вот эти банши. Хватит кастовать. Еще троих. Кстати, с какого левела я уже могу выбирать? А, я уже могу выбирать спек. Ну, ладно, в Альде пока походим. Во льде. Фаерболы, ожог, возгорание, полоса везения, огненный взрыв, огненная глыба. А давайте для разнообразия сменим спек. Ой. На огонь. Огненная глыба. Так, сюда. И остальные навыки. Кольцо льда. Ну и все. Все. Не так уж и много этих навыков. Ой, что это я сделал? Ну-ка навыки протестим. 4-5 человек кастуется. Ух, ни хрена влупила. На, убей. Так, а элементаля в этом спеке нету, да? Никого призвать нельзя. Только пуляем фаерболами. Я понял. Так, начинаем с этого. Нахер. Снес. Фу. Блин, я же испугался немножко. Что она сейчас взорвется, когда в нее прилетит этот фаербол. Все, идем сдавать. Так, ноги. Быстрое передвижение, где оно? Не понял. Ну-ка, вот оно. Не то нажал. Ай-яй. Талдорен. Меч классный у Крауля. Где такой достать в Вовке можно? Может, где-то выбивается? Шикарно выглядит. Офигенный меч. Отдай, пожалуйста, подари. Лорд. Мой лорд. Мой любимый лорд Дари Краули. Дай меча, пожалуйста. Мы выполняем свой долг. Слишком близко. Ты совсем не изменился, Ликани. Хорошо, что ты вернулся. Отвоевать свое. Дарий, темные следопыты завладели косой, а мы не смогли их остановить. Немедленно выводи наших людей на позиции Тобиас. Нельзя допустить, чтобы коса попала в руки отрекшихся. Будет сделано. Протрубите в Талдоренский рог,
у охотничьего домика на краю леса и заберите оттуда загадочный артефакт. Так и сделаем. Стопе забыл задание сдать. Ишнуала. Лунный лист. Завершить. Береги себя. Так, что за лунный лист? Так. Где он? Я имею в виду лунный лист этот. Награду его дали или что? Не вижу. Ай, ладно. Так, ну, осталось отрекшийся там поубивать, да? И забрать артефакт. Ой, не стало навыка, начинаю атаку. Плюх. И померла. Чертеж, медный нагрудник, платиновый. Ясно. Так, ну, они еще встали, так... Весело. Давай тогда как-то сбоку попробуем, чтобы не наагрить всех сразу. О, отлично. Так, значит, пока они отвлекают, я зайду. Ага. Все. Точно, навык же дали, чё я куплю стою. Думаю, как их, блин, убить по одному. А всего-то враг дунул. И проблем нет. Какой же ты Ювов? На Ювов играю, если кто еще не понял, если кто не сначала смотрит это прохождение. Это сервер Ювов. Можете не спрашивать в комментах. Легион X100. Но я, видимо, профукал момент, когда можно было эти рейты повысить, потому что по дефолту они низкие стоят. И в определенного NPC его нужно повышать. Вот и застрял в этой локации. Мы все преодолеем. На миллиард лет. Испейте воды из источника спокойствия, источника равновесия и источника ярости. Окей. Давай испьем. Пусть коса разъединит то, что не должно было быть сплетено. Пусть дух возьмет верх над звериным началом, а зверь закалит душу. Вот так вот. Когда Ралнир даровал покой проклятым друидам, нарушившим равновесие, так пусть или Каний обретет покой в Талдорене. Вот так вот. Как дух Голдрина снизошел на наших предков-друидов, так и на Ликания снизойдет мудрость и ярость бога-волка. Все, ГГ. Мы выполняем свой долг. Посох новый, отлично. Ну-ка, дай напялю. Лорна прибежала. О, идут. Краули, тебе и эльфам приказано вступить в королевскую армию.
лежит ли на вас проклятие или нет, вы все еще подчиняетесь законам Гелнеса. Эта жаба вещает от твоего имени, Ген. Ты пришел к нам как друг или как узурпатор? Нет, друг мой, и Ген у нас тоже Ворген. Вау! Сюрприз. Я пришел к тебе как к равному. Не может быть, лорд Годфри. Конечно, может. Конечно, может. Да, Ген, нас связывает не закон, а что-то гораздо большее. Мои люди готовы отдать жизнь, сражаясь под твоими знаменами. Значит, решено. Мы соберем все силы Гелнеса и вышвырнем отрекшихся из наших земель. Вот так вот. Мы все преодолеем. Возвращение в Грозовой перевал. Поговорите с Гвен Армстед в Грозовом перевале. Ну что, я научился превращаться в человека? Научился. Все, видите? Теперь никто не поймет, что я этот самый ликан. Ликантроп. Так, ну, возвращаемся, сдаем заданица. И, наверное, на этом я завершу эту серию. Наверняка мы сейчас дальше отправимся. Ой, я не то нажал. Будем перемещаться в другую локацию. Это будет довольно нудным предприятием. Не хочу это записывать под конец видоса. Так что закончим прямо сейчас. Ребятки, надеюсь, вам, конечно же, все нравится в этом прохождении. Обязательно пишите в комментариях. Нравится, не нравится. Само собой, лайки, дизлайки. Подписочка, само собой. Так, Гвен Армстед. Друг Седогрива и мой друг. Возвращение в Грозовой перевал. Так, найдите Хренана Аранаса по дороге в предел бури. Выше нос. Хренана Аранаса. Кстати, что у меня есть? Интерфейсы. Модификации, ну, Аддена хотел посмотреть, но что-то не вижу, что тут можно именно из этого окна. Хотел посмотреть, какие там модификации по дефолту стоят. Ой, для Легиона, может, найду этот самый сторилайн, модификацию на Легион, если где-нибудь у кого-нибудь сохранилось, было бы круто. Так, чё дальше? Куда мы идем? А, туда идем. Пятерочка и полетели. Все, не догонишь. Так, ну я собирался серию закончить, но каким-то образом решил прогуляться. Ну ладно, закончим прямо здесь тогда, на фоне вот этой деревушечки и этой башни. Вот этого маяка, точнее. Это ж маяк, скорее всего. Чтобы корабли не разбивались о рифы. Видели, где берег, да? Что ж, друзья, такая вот серия у нас получилась. Обязательно поставьте лайкосик, подписывайтесь, комментируйте. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.